Друзья, всем привет! Сегодня хочу рассказать и показать вам, чем я кормлю своих птиц, вообще рацион своих птиц. У меня в основном канарейки, есть один щегол и одна самочка коноплянки. Основной рацион составляет вот такая вот зерносмесь. Так, здесь много разных семян. Честно, если я не знаю название всех этих семян, но их здесь много разных семечек. У нас на птичьем рынке его продают как готовую канареечную смесь. Можно, конечно, брать в готовых упакованных пакетах зерносмесь от Рио. Но я посмотрел, по составу они идентичны. Здесь тоже достаточно много разных злаков. И мои птицы хорошо кушают эту зерносмесь. Ничего плохого сказать не могу. Ничем, по моему мнению, не отличается от упакованной зерносмеси Рио. Ну и, соответственно, по цене более приемлемо. Конечно, как же без зелени. Стараюсь чаще давать зелень. В основном даю укроп. Укроп не менее 3 раз в неделю они у меня кушают. Очень любят. Вот. Зелень вообще полезная вещь. Не знаю, кто-то советует листья салатов. Листья салата, кто-то советует еще какие-то другие травы. Ну, мои птицы хорошо кушают вот такой вот укроп, поэтому я им его и даю. Так, еще морковь уже реже, 1 раз в неделю, иногда бывает 2 раза в неделю. Через мелкую терку натираю морковь, и морковь они тоже с удовольствием едят. Морковь я чередую с тыквой. Вот уже видно, здесь нарезано. Я дольками режу тыкву, и эти дольки вот так прищепкой прищепляю, и они прекрасно ее кушают. Так, еще яйца вареные. Яйца вареные даю не всем, даю не всегда. Яйца у меня кушает молодняк в основном до 2,5, где-то до 3 месяцев. Ну, иногда 2 раза, то есть иногда в 2 дня 1 раз, иногда в 3 дня 1 раз. Когда уже слетели с гнезда, когда уже самостоятельно начинают они питаться, я им
даю вот в 2-3 раза, в 2-3 дня один раз. Самочки, которые, допустим, вывела птенцов, до выведения птенцов я самочкам даю в период размножения, в период спаривания. Стараюсь давать каждый день самочкам яйца вареные. Ну и в последующем, от начала спаривания до того момента, пока птенцы не слетят с гнезда и самостоятельно не начинают питаться, я ежедневно даю вареные яйца. И самочка, и самец, и птенцы вот, набираются сил, белок в яйцах. В общем, придает им силу, энергии. В общем, яйца у меня, ну, птенцы, его, получается, с вылупления едят и где-то месяц непрерывно его употребляют. Потом, начиная с месяца, еще где-то 1,5 месяца, может 2 месяца, раз в 2-3 дня они яйца у меня едят. Так, кроме яиц у меня еще есть вот такой вот минеральный комплекс. Это камушки, минералы для пищеварения птицам. Очень нужная вещь. Это не реклама, просто я что сам беру, то и показываю. Сейчас открою. Так вот. Мелкие вот такие камушки. Так. Вот даже здесь можем почитать. Так. Минеральная смесь для пищеварения. Дополнительный корм для декоративных птиц. В общем, не видно. В общем, это минералы, камушки для пищеварения. Так, еще у меня алицерил был. Ну, сейчас он у меня уже закончился. Я сейчас его не даю. Сейчас у меня появилась вот такая вот вещь. Фертивит называется. Здесь описания на русском нету. Но, как я понял, для стимулирования пения птиц предназначен этот порошок. Сейчас я вам его тоже покажу. Вот такой вот порошок. У него запах такой. Ну, как бы объяснить? Лимоном отдает. И вот в детстве аскорбиновая кислота, вот эти витаминки, аскорбинки были. Вот запах вот такой аскорбинки от нее идет. Этот порошок я добавляю вот в воду. Вода вот таким желтым цветом окрашивается. Вот если слышно, там кенар мой заливается. Вот такими вот продуктами кормлю своих птиц. Все, друзья, если у кого-то есть вопросы, пишите в комментариях, предложения, если есть, пишите в комментариях.
Всем, кто пишет комментарии, ставит лайки. Всем спасибо огромное. Очень приятно, что оцениваете то, что я делаю. На этом, думаю, все. Всем пока, друзья.